Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на сайте MoneyDave. В данном видеоуроке мы поговорим на тему заработок в соцсетях с LikeSrock. Вот. Если вы нашли данное видео на YouTube, то снизу в описании будет ссылка на данную страницу. Перейдите по ней, и здесь все подробно описано, как здесь вы будете зарабатывать и что вы будете делать. В принципе, данный заработок заключается в соцсетях, это и по названию понятно, но, кстати, во всех соцсетях полностью, кажется, там везде можно зарабатывать. Если вы уже знакомы с данным проектом, то я здесь оставил ссылочку на данную статью, нажмете на нее, и здесь еще куча проектов, которые, ну, с которыми вы сможете зарабатывать в соцсетях. Вот здесь я оставил в данной статье, в принципе, посмотрите, если захотите. Ну, нажмем регистрация. О, кстати, здесь на скриншоте видно, на чем вы сможете зарабатывать. Нажмем регистрация. Регистрация несложная, здесь сразу нажмете регистрация, пройдете ее, все просто. Тут как бы вот имя пользователя, электронная почта, пароль, все, и создать пользователя. Ну, так как я уже давным-давно зарегистрирован, то вот я покажу вам, как здесь зарабатывать. Платят здесь в евро. Вот денег WebMoney. Кажется, на что-то еще есть там. Вот. Так, как же здесь зарабатывать? Ну вот давайте посмотрим, допустим, как здесь зарабатывать ВКонтакте, да? Вот, есть паблики, подписчики и группы. То есть, вот вы сможете и в группы здесь вступать, и подписчики. Ну, допустим, давайте подписчики там нажмем, без разницы. Вот, сейчас у меня 11 центов евровских, блин. Так. Вот нажимаем просто подписаться. И нажимаем подписаться. Вот смотрим на баланс. Он сейчас изменится. Опять вот подписываемся. Вот мы здесь, получается, просто подписываемся на людей. Вот таким обычным способом. Ну, это я просто так выбрал сейчас подписаться. На самом деле можно и не только подписываться, можно и в группы вступать. Вот. Ну, как бы вот такой вот вид заработка. Как бы вот. Ну, я так понимаю, ничего сложного здесь нет. Вот я сейчас просто клацаю себе, да и клацаю. Вот, пожалуйста. Так вот все просто клацается. Так вот здесь вот. Не знаю, почему-то нет, чтоб на кого-то подписаться. Это значит, даже не знаю, что это значит. Обычно их очень много заданий. Ну, давайте, допустим, выберем теперь не подписки, а группы. Вот так, где их выбрать можно. Ага. Ну вот, группы давайте нажмем. Вот, пожалуйста. Поехали. Нажимаю подписаться. Подписаться. Давайте еще подписаться. Подписаться. Еще можем. То есть, ну, как бы. Вот так вот, ничего сложного нет. Ну, только сегодня что-то задание куда-то пропадает. Обычно их очень-очень много. Не знаю, куда оно все девается. Ну, в общем, вот так вот и колотятся деньги, в принципе. Вот, вот так вот наколотили сейчас. Пару центов. Платят в евро, повторяю. Конечно, ну, не быстрый способ заработка, но все же можно работать, зарабатывать. Также, если вы хотите раскрутить свою группу, либо
что-то еще, допустим, в Facebook, ВКонтакте, в Твиттере также. Ну, не, я это просто показал сейчас ВКонтакте, на самом деле можно зарабатывать и здесь, где захотите, в Ютубе даже, и в Скайпе, тут много всего есть. То есть, если хотите все что угодно из этого раскрутить, то это без проблем, все можно устроить, как бы. Вот, вам просто надо нажать так мои задачи, создать задачу и здесь выбрать, что вы хотите. Выбрать, какой вы хотите, Одноклассники, ВКонтакте, в Твиттере или что-то еще. И там создаете, что вы хотите в группу, чтобы вам вступали или подписывались на вас, или что-то еще, или лайки там, ну и все такое. В принципе, все, что касается соцсетей. В Ютубе там, допустим, можно накручивать здесь подписчиков, там, допустим, просмотры видео, также лайки, дизлайки, все что угодно. Вот, ну, в принципе, на этом все. Читайте мой сайт MoneyDay, здесь всегда много интересного. Справа в способах заработка вы можете что-то еще для себя поискать. Очень много различного заработка я оставил. Также советую, если интересуетесь, зайти в игры с выводом денег. Здесь я оставил очень-очень много игр, которые реально платят, с которых я реально вывожу деньги все время. То есть здесь их очень-очень много. Может, заинтересуетесь, во что-то поиграете. В принципе, на этом все. Что еще добавить? Да все. Ну, все, всего доброго.